Сегодня два отличных повода для того, чтобы послушать хорошую музыку. Ну, во-первых, пятница, во-вторых, День Конституции Российской Федерации. Поэтому мы пригласили сегодня к нам замечательных гостей — омский камерный ансамбль «Мюзет». Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Мы знаем, что вы недавно приехали из гастрольного тура по Москве и Петербургу. Мы знаем, что вы приехали оттуда не с пустыми руками. Расскажите, пожалуйста, чем вы сегодня порадуете наших зрителей? Мы бы хотели подарить сегодня омичам и зрителям 12-го канала премьерную пьесу нашей программе композитора Фанчелли «Кубинские акварели». Мы знаем, что вы в том числе из-за нее получили этот кубок, кубок 12-го Московского международного фестиваля «Гармоника Душа России». Да, это так, она, да? Да, она очень полюбилась слушателям. Ну что ж, давайте послушаем. Огромное спасибо ансамблю «Мюзет» за то, что вы сегодня пришли к нам и поделились своим искусством. Ну что ж, на этом наша с Аленой боевая вахта заканчивается. С вами были Иван Притуляк, Алена Зарина. И еще раз всех поздравляем с пятницей и, самое главное, с Днем Конституции Российской Федерации. Всем до свидания. Пока.